Всем привет! В этом видео запишу реакцию на мадам Ирму, вторая часть. Видео под названием «Сериал «Школа мадам Ирма». Поехали! Наконец-то каникулы закончились! Хм, почему? Не учиться это клёво. За одну эту тусовку можно пообщаться с кем-то. И наша любимая учительница Мария Андреевна. Я так по ней соскучилась. И я. Эмиль, как у тебя прошли каникулы? Здравствуйте. Садитесь. Так мы и сидим. Ну, я это имела в виду. А это кто? Ее что, с Хэллоуина отмыть забыли? Я вообще не поняла, вы кто? А где наша любимая Мария Андреевна? Да, где? Уволилась ваша Мария Андреевна. Быть учителем сейчас не модно. Она в блогеры, видите ли, подалась. Я всегда знала, что Мария Андреевна самая крутая. Вот когда она станет популярной, я всем буду рассказывать то, что я у нее училась. И я тоже. Популярность, деточка, это тлен. Такие, как Мария Андреевна, позорят честное звание учителя. И вот ваш директор был вынужден срочно искать замену. И нашел учителя года. И где этот учитель? Он перед вами? В смысле она? Ну, то есть, технически я еще не совсем получила это звание. Но в этом году я твердо намерена его получить. И, кстати говоря, с вашей помощью. Сейчас! Не будем мы вам помогать! Хотите вы этого или нет? Походу мы попали. Вам повезло, что сейчас перемена. А на уроке мы с вами серьезно поговорим, молодые люди. Ну и что мы с этой мадам Ирмой делать будем? И что ты с ней сделаешь? Укокошишь ее, что ли? Может, мы напишем на нее жалобу? И наша любимая Мария Андреевна вернется. Точно! Точняк, укокошим! Эмиль, ты куда? Не надо! Лучше уж 5 лет за партой, чем в тюряге. Он такой смелый, мой герой. Ребят, может, не будем делать поспешных выводов? Может, мадам Ирма хорошая? Ты видел ее брови? Ну, не может нормальный человек так краситься. Все готово. Так быстро. А что там делать-то? Молоточком трах, бах, и готово. Изи. А спрятал куда? А зачем прятать? Пусть охранник найдет. Ты что, детективы не смотрел? Тело надо как следует спрятать. Нет дела. А вот и тело. Кошел? Да. Эмиль, а кровь откуда? Какая кровь? Это кетчуп. Я от волнения хот-дог заточил. Вы чего ты тут столовую развели? Ну-ка, марш мыть руки. Возмутительно. Я, конечно, понимаю, счастливые часов не наблюдают, однако мне кажется, что перемена затянулась, а звонка все нет и нет. Пойду разберусь. Там. Откуда у него? Дыло вашего физрука. Он так... Значит так. Открываем ваши тетрадочки и пишем сочинение. Почему мадам Ирма лучший учитель года? Добро пожаловать в ад. Ну что ж, добро пожаловать в школу мадам Ирмы. Не забывайте ставить лайки, если хотите побольше таких уроков. Всем спасибо. Свободны.